пассажиров на вокзале с такими чемоданами. Они больше всего подходят Верке под костюм. Да, мы подходим. Самое смешное написано: Украина, Израиль, Кипр. Это везде, где мы были. А что смешного, Баска? Америка. А что смешного, Саша? Видишь, как мы активно говорим. Не такое ощущение, что у Наташи нету шенгена. Ну ладно. Кстати, Наташа, это вам цветы. Спасибо. С Украины вы. Спасибо. Со Львова. Спасибо. Опять, вы в том году были. И сердечку танцевали. Спасибо. Да мы вас вспомним. Господи, дайте мы вас поцелуем. А что ж цветы такие недорогие? Нормально. Не могли довезти так. Оля! Вы со Львова везли, там дешевле все. И вот вы украинцы. Не чтобы здесь купить. Оля! А кому? Извиняюсь на секунду. Что? Кому хотели цветы? Мне. Вы посылали. Сейчас спасибо. Баска, Коля, купи цветы тоже. Да. Боже мой, родная моя, слушай. Что? Почему ты Баскову не вручила цветы? Вот у меня выправили с Украины, чтобы я вручила цветы всем вам. От всей Украины? Так скромно? Бедная Украина. Да ничего не бедная. По вас не скажешь. Сережа, ты какие? Вам еще подписать это за деньги. Ну, Коля. Ну, я шучу. У него сейчас такой... Вы отработаете? Она говорит, подпишите, Николай, я отработаю. Что, борща наварить? Дядька ваш, да? Маленько. Виталий, подождите, от Баскова. Больше артисты не нужны никакие. Я пока подписываю, я пойду читать текст этот, который... Аплодисменты за ум скромного артисту! Браво! Браво, Николай! Ой, сейчас, подожди, мне сказали уже. Я опять не попал в этот текст, простите, ради бога, только не смейтесь. В эфире радиодача. Есть такая программа. Ребята, ну я не прочитаю дальше, ну пожалуйста. Это бывает. Все, успокойтесь. Все, возьмите руки. Умерли. Видно, мне читать вы виноваты. Сейчас. После сборной вас. В эфире радиодача есть такая программа. История. Ну все, ну дайте я пройду, пожалуйста, я не могу. Ну. В эфире радиодачи есть такая программа «История любви». У следующей исполнительницы вся жизнь – романтическая история. Встречайте аплодисментами чаровницу-искусительницу Наталью Королеву! Оля, она... Все, она пела. Теперь дальше. Еще чуть-чуть потерпеть, пожалуйста. Друзья, приготовьтесь к аплодисментам. Артисты, которые появятся на нашей сцене, встречают исключительно овациями. Он знает, что такое популярность. Его окружают поклонники и поклонницы. А песни каждый день радуют вас в эфире радио «Дача». Народный артист России. Легенда советской и российской эстрады Валерий. Thank you.